Это программа «В центре внимания». Здравствуйте, я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Главные события, яркие кадры, мнения ведущих экспертов и все самое интересное, что оказалось в центре нашего внимания. Смотрите в этом выпуске. Россия присоединилась к переговорам по Карабаху на уровне министров иностранных дел. Возможно ли встреча лидеров России, Азербайджана и Армении? Азербайджанской экономике предсказывают рост. За счет чего этого роста можно достигнуть? Ильхам Алиев вместе с первой леди прогулялся по парку нефтяников, открытого после реконструкции. Что говорили простые посетители парка? На неделе прошла долгожданная встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Сергея Лаврова, Эльмара Мамедьярова и Заграва Нацаканяна. Эту встречу ждали, ведь по сути инициатором выступил президент России Владимир Путин, который поручил Сергею Лаврову поспособствовать Армении и Азербайджану сделать шаг вперед по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Встреча продолжалась более 3 часов в закрытом для прессы режиме в Доме приемов МИД России. В переговорах также приняли участие сопредседатели Минской группы. По итогам встречи не было сделано каких-то громких прорывных заявлений, однако никто и не ждал сенсаций. Зато были достигнуты важные договоренности в гуманитарной сфере. Именно об этом договорились и лидеры Азербайджана и Армении на встрече в Вене. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции со своим сербским коллегой ответил на вопрос корреспондента «Москва-Баку» о достигнутых между главами МИД Азербайджана и Армении договоренностях в Москве по карабахскому регулированию. Они заключаются в необходимости для сторон и в согласии сторон приложить дополнительные усилия для стабилизации ситуации, особенно на период сельскохозяйственных работ. Они заключаются в договоренности содействовать визитам родственников для посещения своих родных и близких, которые содержатся в местах заключения, и заключаются в одобрении контактов между людьми, включая особенно между представителями средств массовой информации. Я считаю, что это очень полезная договоренность. Правда, положа руку на сердце, можно сказать, что стороны уже не раз достигали разных договоренностей, но до их реализации дело не доходило. На этот раз все должно быть по-другому. В этом уверен Сергей Лавров. Да, я читал комментарии о том, что похожие вещи, особенно в гуманитарной сфере, согласовывались и ранее, не всегда они выполнялись. Это правда. Но у меня есть основания, вот по итогам этих контактов, которые в Москве состоялись, и почувствовав атмосферу, в которой сейчас идет работа, у меня есть основания полагать, что и Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы на этот раз эти договоренности не остались на бумаге. Мы будем этому помогать. А вот как итоги встречи прокомментировал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров. Мы провели обсуждение на основе плана, предложенного российской стороной в 2016 году. Разумеется, на этой встрече мы не смогли решить все вопросы. Польза сегодняшней встречи заключается в том, что мы еще глубже осознали, какие существуют проблемы и какие необходимо решить. К примеру, Армения поднимает вопрос в связи со статусом и безопасностью. Мы же в первую очередь поднимаем вопрос вывода армянских войск с оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев. Вокруг этих 4 вопросов мы провели разностороннее обсуждение. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало Армению присоединиться к заявлению в формате 3+2 и поддержать деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Армянская сторона должна присоединиться к усилиям по установлению мира, стабильности и процветания в регионе. Эти заявления открыто поддерживают необходимость подготовки народов двух стран к миру. Руководство Армении должно понимать, что статус-кво неприемлем, неустойчив, и этот процесс не может продолжаться вечно. И вот что интересно, как только забрезжила надежда на успех переговоров, на горизонте появился госсекретарь США Майк Помпео, который тоже предложил провести очередную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении по Нагорно-Карабахскому урегулированию, но уже в США. Тем самым американцы, возможно, пытаются перехватить инициативу у Москвы, однако говорить о следующей встрече в США пока рано. США претендовали и на первую официальную встречу Алиева и Пашиняна, однако она в итоге состоялась в Вене. Вряд ли у США получится перехватить инициативу у Москвы, если переговоры начнут пробуксовывать. К
переговорному процессу может подключиться лично Владимир Путин. К тому же на днях стало известно, что уже в конце мая на полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане состоится встреча Путина и Пашиняна. Возможно, именно там Путин уже в который раз попытается убедить Пашиняна в скорейшем урегулировании самого старейшего конфликта постсоветского периода. Азербайджанской экономике предсказали дальнейший рост. Сразу несколько авторитетных экономических институтов сделали прогноз о росте экономики страны. Это связано с оживлением внешней торговли, ростом промышленного производства, успехами в энергетическом секторе, стабильной валютной политики и монетарных властей. Так, Всемирный банк ожидает, что экономика Азербайджана в 2020 году вырастет на 3,5%, а в 2021 году на 3,7%. Азиатский банк развития ожидает, что в 2019 году экономика Азербайджана вырастет на 2,5%, в 2020 на 2,7%. Согласно прогнозам авторитетного агентства Fitch, экономика Азербайджана вырастет на 3,5%. Как отмечает Международный валютный фонд, темпы роста экономики Азербайджана в том же 2019 году могут ускориться до 3,4%. Рост экономики Азербайджана превышает средние показатели стран СНГ, так что за счет чего удастся добиться таких показателей. Первая статья энергетическая. Британская компания BP, которая является оператором нефтегазовых месторождений Азери, Чирак, Гюнишли, в азербайджанском секторе Каспия объявила о продлении своего контракта на бурение и инжиниринг на сумму 500 миллионов долларов. Срок контракта составляет 5 лет с возможностью продления на 1 год 2 раза. Контракт на разработку блока Азери Чирак Гюнишли был подписан в 1994 году. Данный документ получил название «Контракт века». 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года. Также совсем скоро на полную мощь заработает Южный газовый коридор. С месторождения Шах-Дениз-2 голубое топливо через Турцию пойдет в Европу. Это еще одна существенная статья доходов в бюджет Азербайджана. Большие ставки сделаны на торговлю. Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. Товарооборот составляет 1,3 миллиарда долларов. Импорт из Китая вырос на 40%. В интервью китайскому агентству Синьхуа президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу Китая «Один пояс, один путь». Используя свое географическое положение, мы вложили инвестиции в инфраструктурные транспортные сектора страны, превратив тем самым Азербайджан в один из международных транспортных центров. Наша страна расположена на историческом шелковом пути. Создание современной инфраструктуры является одной из наших основных целей. Основные инвестиции мы направляем на строительство дорог, автомагистралей и аэропортов. Через территорию нашей страны проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан принимает активное участие в обоих проектах и выдвинул ряд инициатив в этом направлении. Глава азербайджанского государства напомнил, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азию и Европу, является кратчайшим транспортным маршрутом для грузоперевозок из Китая в Европу и обратно. Добавлю, инициатива «Один пояс, один путь» была предложена председателем КНР Си Цзиньпинем в 2013 году с целью строительства торговой инфраструктурной сети, соединяющей Азию с Европой и Африкой вдоль древних торговых путей. В 2015 году Ильхам Алиев посетил Китай с официальным визитом. Тогда тот визит назвали поворотным во внешней политике Азербайджана. Алиева в Китае принимали со всеми государственными почестями. Было подписано ряд ключевых соглашений об экономическом и транспортном сотрудничестве. Во время визита Ильхам Алиев заручился поддержкой китайского лидера по многим вопросам, в частности, создании экономического пояса шелкового пути через Азербайджан. Тот визит дал небывалый толчок в развитии транспортной инфраструктуры в Азербайджане. Спустя 4 года Азербайджан стал главным транспортным хабом региона. Также Алиев в интервью Синьхуа рассказал о развитии индустрии туризма. Число китайских туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 53%. Азербайджан применяет упрощенную визовую процедуру для граждан Китая.
Визу можно получить в международных аэропортах. Кстати, много китайцев прилетает в Баку и на Гран-при Формулы-1. Королевские гонки стали магнитом для туристов со всего мира. В этом году даты гонки практически совпали с майскими праздниками в России. В этом году они длинные, так что в Азербайджане ждут большой наплыв туристов из России. А вот что исполнительный директор организатора года Кариф Рагимов рассказал Москва-Баку о косвенной прибыли, которая останется в Азербайджане. За первые два года проведения Гран-при Азербайджан получил более 300 миллионов долларов косвенной прибыли. Косвенные прибыли – это доходы, которые получают гостиницы, рестораны, транспортный сектор, а также другие сферы, обслуживающие гостей, гоночного уикенда и саму организацию гонки «Формула-1». Также в Азербайджане начался процесс по оздоровлению финансового сектора экономики. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиев во время своего официального визита во Францию подписал соглашение с Rothschild & Co. Это сотрудничество очень важно в плане страхования Азербайджана от внешних шоков. Из-за резкого падения мировых цен на нефть середины 2014 года национальная валюта в Азербайджане подверглась девальвации, что привело к сокращению валютных резервов Центрального банка. Такие крупные компании, как Rothschild & Co, могут прогнозировать глобальные экономические потрясения и предлагать альтернативные выходы странам, которые оказывают консалтинговые услуги с учетом всех негативных последствий финансового кризиса. На неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили реконструированный парк нефтяников в одном из районов Баку. Этот парк отдыха был создан в 1982 году, однако за десятилетия обветшал и утратил современность. В марте прошлого года в парке началась работа по его реконструкции. Теперь это один из многочисленных современных парков культуры и отдыха с велосипедными дорожками, детскими спортивными площадками и даже футбольным полем. На территории парка установлена стела, символизирующая нефтяную вышку. Проведено озеленение, высажены 2000 новых деревьев. Отреставрирован установленный в 1999 году бюст национального героя Азербайджанской республики Джаванширу Рагимову. Благоустроена прилегающая территория, обновлены уголок ветеранов и объекты общественного питания. Первые посетители пребывают в восторге от произошедших изменений. Большое спасибо. Похорошел не только этот парк, но и весь Азербайджан. Действительно, невозможно не видеть реформы, проводимые во всей нашей республике, в том числе и в Сураханском районе. В последние годы мы видим это и выражаем глубокую признательность. Большое спасибо. Здоровья вам. Этот парк сейчас принял новый облик, полностью реконструирован. Он имеет большую историю, фотографии с прежним видом вывешены там. И, конечно, ситуация была не особо радостной. А сейчас создан и передан в распоряжение граждан современный прекрасный парк. Считаю, что Баку является одним из лидирующих в мире городов по количеству парков. В Баку создаются красивые современные парки, разбитые ранее парки восстанавливаются, в том числе и в поселках. Здесь созданы такие прекрасные условия, чтобы граждане отдыхали. Ильхам Алиев снова общался с простыми гражданами, спрашивал их мнение не только о конкретном парке, но и о ситуации в их районе. Жители благодарили президента за воду, газ, новые школы. Особенно граждане отмечают деятельность президента за последнее время. Большое спасибо. Хочу также сказать, что мы глубоко признательны вам за указы, изданные в последние 3 месяца. Вы учли в них пенсии, зарплаты, а главное – проблему кредитов. Мы очень благодарны вам и за это. Спасибо. Мы же приняли очень серьезное решение, максимально учитывающее интересы граждан. Этим указом воспользуются почти 800 тысяч человек. В том числе важным шагом является и повышение примерно на 40% минимальной заработной платы, минимальной пенсии. Должен также сказать, что каким бы большим ни был этот рост, он не может нас устроить, поэтому зарплаты и пенсии у нас будут повышаться и впредь. Вот такое неформальное общение президента с народом стало хорошей традицией. Встречи становятся регулярными, они проходят в теплой атмосфере. Вот президент приветствует пожилую женщину, затем еще одну. Не обходит стороной и юных жителей Азербайджана. Для таких маленьких граждан пожать руку президента – это воспоминание на всю жизнь. С особой теплотой президент приветствует и старшее мужское поколение. Ильхам Алиев делает это
искренне, без наигранности. Вряд ли после таких кадров хоть у кого-то повернется язык сказать, что он не любит свой народ. Первая леди, которая была с президентом, также с любовью приветствовала жителей. Никому не отказала в желании сфотографироваться. Таким общением Ильхам Алиев демонстрирует, что он с азербайджанским народом в радости и горести. Такие события оказались в центре нашего внимания. Увидимся через неделю. Пока.